Как я говорил, было и года, друзья. Большое человеческое спасибо. Thank you.
хороших людей присутствует в этом месте. Спасибо, огромное спасибо. Я благодарю за цветы. Я понимаю, что вы не можете сюда подойти, но я потом вас отдельно поблагодарю. Большое спасибо. Вы знаете, в этом зале есть один человек, с которым мы дружим уже долгие годы. И сейчас он работает в этом клубе, но при этом продолжает заниматься музыкой, остается музыкантом. И совсем недавно у него был день рождения. Поэтому я бы хотел этой песней поздравить моего дорогого и любимого друга Алика Исмагилова. С днем рождения! С днем рождения, дорогой Алик! Песня, которую мы давным-давно сочинили, распевали в недрах группы «Ва-банк». Она называется «Кислое вино». Всем представить себе, что мы не в клав-клубе, а просто в какой-то грязной
занюханной, маленькой, но очень любимой таверной. Эта таверна называется «Парадис». И здесь мы, друзья, начинаем все знакомиться. Таверна «Парадис». Это верно,